Здравствуйте, ты понес там. Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания и моя семья. Что ты несешь? Давай. Зубная щетка. Зубная щетка. Вот такая щетка у Димы. Да. Да. Да, Димина щетка. Да. Да. Щетка. Да. Ты по телефону разговариваешь? Алло. Говори, алло, алло, алло. Так щетка похожа на телефон, да? Да-да. Скажи, я вас слушаю. Скажи, я вас слушаю. Что, ты параллельную игрушку берешь? Скажи «да-да». Да-да. 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 Я вас слушаю. Я вас слушаю. Лука. Лука. С кем ты по телефону разговариваешь? Сына. Вернее, не по телефону, а по щетке. По зубной щетке, да, разговариваешь ты? Да, сына? Ты по зубной щетке разговариваешь, да? Все по телефону, а ты по зубной щетке переговариваешься. Да? Что там такое? Ой, шкафчик перебираем. Что там у мамы? А, мешочки? Мешочки. Побежал, побежал, побежал. Давай, побежал, побежал. Побежал, побежал, побежал. Побежал, побежал, давай, давай, на карачках. А батюшки детство вспомнил. Что там, жизнь под плинтусом? Да, да что ты? Полы? Дотягиваюсь, Дима. Не дашь мне? Что это у тебя? Зубная щетка? Что ей делают, Дима? Покажи, что ей делают. Зубки чистят ею, да? Ой, ой, ты хочешь мне на живот сесть, что ли? Ну, что такое? Что такое? Рассказывай. Рассказывай, что ты пришел к маме. Ложка, зубная щетка. Супер. Рассказывай. Щетку зубную покажи. Покажи. Какая она вся. Давай. Камера, да? Догоню, 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 догоню сейчас. Бегай, бегай скорее.
Догоню. Догоню, догоню сейчас. Догоню, 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 догоню. Догоню. Догоню, сейчас побегу как. Сейчас как догоню, догоню. Догоню. Ой, сейчас побегу, побегу как. Ой, сейчас как побегу, побегу. Догоню. Догоню сейчас. Догоню сейчас. Ой, как сейчас как догоню. Ой, сейчас как побегу, побегу. Ай-яй-яй, сына. Ну-ка, убирай памперсы. Давай, давай, убирай. Вот. Еще вон там. Вон, вон, вон еще. Бери его. Убирай. Ай-яй-яй. Безобразие устраиваешь. Ай-яй-яй. О, забросил. Не трогай. Не трогай там ничего. А, одно взял. Ай-яй-яй, сына. Это что такое? Это что такое за безобразие творится? Ты там что, протираешь что ли, да? На место положи все. Дима. Дима, уберись. На место положи все. Ты полы моешь, да? Я так понимаю. Ну, давай, давай, полы помой. Угу. Тебе одной тряпочки мало? Ну, мой полы и мой. Полы мой. Что там? Давай, давай, мой, мой. Вот, дверь помой. Молодец какой. Что ты там хохочешь в одиночестве? Давай, 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 давай. Дотягивайся, дотягивайся. Ой, ой, уже дотягивается. Скоро дверь начнешь открывать. Где? Покажи. Ну, садись, садись. Папа. Садись. Папа. Сейчас все папа-то. Дядя. Папа. Дядя. Где дядя? Что ты? Ты меня изучаешь? Не изучаешь, да, книжку? Ага. Ну, рассказывай хорошо. Я буду давай учить. Рассказывай. Кто где здесь? Кто здесь? Ну. Тетя. Ага, это тетя, понятно. Дальше. Что дальше там? Ака-ги. Ака-ги, так. Кто еще? Кули. Кто? Кули. Все, все? Кто Пипи? Ги. Это текст. Там текст. Бегом. Беги, беги, беги. А где жираф, Дима? Жираф где? Принес у меня муж фотофон. Хочу распаковать вместе с вами. Упаковали его хорошо. Да, и ты тут тоже. Заказывала я у девушки, как бы участница, не в специальном магазине. Сейчас посмотрим. А за три штуки я заплатила 390. Если берешь один, то 150. Если берешь, допустим, более двух, то 130, по-моему. Палка. Да, палка. Ой, помялась как. Вот, давайте сейчас с вами его посмотрим.
Ну да, здесь она не гладкая поверхность, как мне казалось. Ну да, довольно большая. Есть запах такой, явный запах. Вот он здесь просто цветочек. И она там прям такая под дерево. Вот, но с полосочками. Меня это не устраивает, если честно. Вот другой фотофон. Ну, не знаю, как будет. Может быть, будет нормально смотреться. Может быть, ну, надеюсь, конечно. И вот это. Ну, в принципе, даже если мне не понравится, его можно продать в любом случае. Вот. То есть, ну и просто вот. Вот, распаковала с вами. О, здесь нитки торчат вон. Вот, видно, нитки торчат. Полосочки вот эти. Я думала, он прям вообще будет гладкий. А он такой. Такой полосочки. Не думаю, что прям все так покупают его. Ну ладно. С другой стороны, тут прям вообще вон. Все время. Больше. Ну, такой вот большой довольно. Не знаю, как там будут получаться фотографии на нем. Посмотрим.